Вот такая здоровенная папула от укуса мошки. И вот это вокруг зона гиперемии. И обычно я спасалась фармпрепаратами для местного применения. Вот фенистилгель, H1 гистаминоблокатор. И если уж вот он не помогал, самый мощный мембраностабилизирующий эффект — это, конечно, глюкокортикостероиды. Вот тоже у меня был крем. К любым лекарственным препаратам со временем может развиваться резистентность. И если в начале самоприменения хватало один раз помазать, раз там в день и все, через пару дней все проходило, то потом эффекта хватало на несколько часов, все опять раздувало, все зудило кошмарно. Сейчас мы используем Терашилд, просто прям неразведенную, капайте одну каплю на очаг. И ждете. Ну все, папулы, гиперемия не осталось, прошло